Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы поговорим о такой проблеме, как заложенность носа. Заложенный нос мешает человеку дышать, создавая чувство дискомфорта, что нередко приводит к различным осложнениям. В некоторых случаях насморк может пройти самостоятельно, без какого-либо медикаментозного лечения. Однако невозможно нормально дышать, очень выматывает и раздражает больного. Приходится дышать ртом. Заложенность носа не является отдельной болезнью, это всего лишь симптом таких заболеваний, как простуда или аллергия. Как правило, такие недуги имеют общие симптомы: неприятные зудящие ощущения в полости носа, отечность, многократное чихание, слезотечение и легкие головные боли. Причинами заложенности носа бывают аллергические реакции, простудные заболевания, а также другие причины. Чаще всего заложенный нос диагностируется при заболевании простудного характера, который и становится причиной насморка. Слизистая оболочка носа является прекрасной средой для жизнедеятельности многих бактерий, которые иногда становятся агрессивными в результате сильного переохлаждения, что приводит к развитию воспалительного процесса. Что же необходимо сделать, чтобы устранить хроническую заложенность носа? Берете 1 столовую ложку ржаной муки, добавляете 1 чайную ложку меда и замешиваете в руках в течение 5 минут. Полученную субстанцию, такую вот лепешку, прикладываете к переносице и держите в течение 2-3 часов. Желательно процедуру делать вечером перед сном в течение 3-7 дней. Заложенность носа пройдет, и вы почувствуете облегчение при дыхании. Если вам понравилось это видео и вы считаете эту информацию полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.